Рассказываем, как зарабатывать с Яндекс.Поиском. Скопируйте ссылку и отправьте ее другу. Или покажите ему QR-код, который он сможет отсканировать камерой телефона. Теперь подскажите другу, как выбрать Яндекс.Поиск. Ему нужно будет перейти по ссылке или QR-коду, которыми вы поделились. А затем выбрать Яндекс в качестве основного поиска, в браузере, который используется по умолчанию. Например, в настройках Safari на iOS, в разделе «Поисковая машина». Или в настройках Chrome на Android. Чтобы выбрать поиск Яндекса в Chrome, нужно нажать на три точки в верхнем правом углу браузера, зайти в «Настройки» и перейти в раздел «Поисковая система». О том, как выбрать Яндекс.Поиск в Chrome на iOS и Samsung Internet на Android, можно узнать в отдельной инструкции. Отлично! До вознаграждения осталось совсем немного. После выбора поиска Яндекса в настройках нужно будет вернуться в браузер, открыть строку поиска и ввести в ней любой запрос. Если пользователь не авторизован в Яндекс.ID, ему понадобится это сделать, чтобы продолжить. Если пользователь уже авторизован в Яндекс.ID, ему останется только подтвердить номер телефона, на который он хочет получить вознаграждение, и активно пользоваться поиском Яндекса. Так ваш друг получит 1000 тенге в качестве бонуса за участие, а вы 500 тенге за то, что он выбрал Яндекс.Поиск. Вы можете получать по 500 тенге за каждого, кто выберет поиск Яндекса. Чем больше людей это сделают, тем больше денег вы заработаете. В разделе «Статистика» можно будет смотреть, сколько человек выполнили все условия и выбрали Яндекс.Поиск. А в разделе «Выплаты» следить за тем, как растет ваше вознаграждение. Яндекс.Поиск.